Дорогие друзья, парочка политических анекдотов, как и обещали. Да. Представьте себе разговор между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. Шановний Виктор Андрійович! Так. Треба щось робити. Так, добре. Треба звільнити. Так. Звільнити цю Валентину Семенюк. Чому? Чому? Що? Тому що вона щось мутить. Так. Так, скажіть мені, будь ласка, конкретно. У вас є якісь факти? Ні, у мене є чуйка. Значить, Юлія Володимирівна, а мені здається, що ви спеціально збираєтесь звільнити Валентину Семенюк, щоб продати Одеський припортовий завод і собі якусь вигоду мати. Це що, чуйка? Це факт, Юлія Володимирівна, факти. Ну і що, закрити тему? Да, закроємо тему Юлії Тимошенко. От, і, ну, ми себе представили, як Юлія Тимошенко в Росії закрила всі долги за газ перед Росією. Ваші аплодисменти. Так. Так, что там? Значит, Юлия Владимировна, смотрите. По-моему, все уже. Ну, уже вроде бы почти все. Вот осталось вам вот 120 тысяч долларов. Осталось все да последнее. Да ну что вы, это уже копейки. Какие копейки? Для вас копейки, для страны это нормальные деньги. Так, Юля, давайте. Ну, 120 тысяч, все, давайте. Да нема уже. Ищите, ну, даже не знаю. Делайте, что хотите. 120 тысяч долларов, давайте. Ну ладно, все, дивіться, сережки Louis Vuitton, дивіться. Гарненькие, за 60 тысяч брала. Не, я не возьму их за 60, они ношеные уже какие-то. Да вы что, я відриваю, как від сердца, вы что? Не, давай, за 30 я возьму. За 30 да вы какие-то барыга. За 30 нормально, все, значит, еще 90 тысяч. 90. Да ладно уже 90, ну что? 90, давайте, 90 тысяч, давайте, ищите. Ну, давайте, брошка моя счастлива, тоже. Луи Вітон почти нова, не ношена. От тільки з коробочки наділа перед вами. А ну-ка, давай. Дивіться, от дуже дорога, тут акуратно. Сейчас, секундочку, так, а ну. Так, ну ничего, ну это, ну ладно, ну еще, ну 70 тысяч, хорошо, ну еще, ну все уже, ну еще 20, ничего нема еще 20 тысяч, нема у меня ничего. А часы? Та це, ви що, це... Давайте, щас, давайте. Ну, на, це, держи. Так, ну, це дуже дорогі, це... Хорошо, ну, это, ну 20 тисяч можна дати. Що значить 20 тисяч? Хорошо. Це мені зять подарив. Зять? Какой зять? Ну, це рокер з Лондона. А, рокер? Тогда 15, конечно, да. Ну, хотя это рокер, да? Наверное, в Египте купил где-нибудь на рынке. Ну, 20 долларов, это максимум, 20 долларов, спасибо. Да не, він казав настоящий. Да? Да. Ну, хорошо, ну, 15 тысяч. Ну, еще 5 осталось. Все, 5. Да нема уже, ну, все. 5 тысяч, хоть не знаю, что делать. Куда? Вы что, голо будете идти? Что значит голо? Я потом оденусь. Запишешь, как стриптиз? Давай! Наши любимые номера такие семейные. Номер называется «Отец и сын. Подготовка к школе». Ваши аплодисменты еще разок. Батя. Так, здорово, Андрюха. Батя, дело здоровый есть. Здоровый ты у меня, все, вырос за лето уже. О, бугай уже здоровый. Да. Расти, правильно, так и надо. Ты, любимый мой, молодец. Батя, я что пришел? Надо деньги. Надо деньги. Да, школа деньги. Начинается. Школа? Да. Школа надо. Школа, учись, надо. Овладевай знаниями. Это надо. Ну, это... надо, давай, на, деньги. На, какие надо... деньги? Зачем деньги? Ну, на портфель надо. Так, сколько портфель стоит? Ну, там, гривен 150. Ого! Ничего себе. Так, портфель не покупай. Я тебе дам пакет. Целлофановый. Сельпо крепкий, хороший, ты будешь книжки, эти карандаши, ручки. Это надо, школа, учись, овладевай. Ну, деньги нужны, батя. Зачем деньги? Ну, учебники купить. Какие учебники? Ну, там, это, по биологии. Не покупай. Там все просто, я тебе все расскажу, там все просто. На пальцах объясню, это все элементарно. Ну, алгебра, геометрия. Зачем тебе? Ты кем будешь? Ну, психологом. Зачем тебе алгебра? Все, забей. Началось. Вот так вот. Учебники. Нет, ну, ты... бать, все равно, какие-то там надо... Так, зачем деньги? Ну, физкультура у меня... Правильно, бегай. Кроссовки. Надо. Что? Кроссовки надо. Какой размер? 41-й. У меня 46-й, я тебе дам свои, ничего. Туфли. Газеты набьешь, все. Нога должна дышать, все. Понял, да? Физкультура, это надо. Что, бегал? Бать, бортир, ну, все равно, ну, да. Там на ремонт школы, ну... Вот им передай. На ремонт школы. Своей Тамаре Сергеевне. Вот, отец передал вам. Бать, вот так. Понятно. Вот так, деньги им нужны на ремонт. Бать, Валентина Петровна. Валентина, вот, Валентина Петровна, понял? Две от Тамары Сергеевны и лично вам.
тут деньги нужны на ремонт, ты смотри. Вать, ну, качают из меня, я же печатаю везде деньги, или что? Ну, она сказала, ну, если там у каких-то родителей, ну, нет денег, да, ну, пусть хотя бы придут, покрасят парты. Ну, я не против, пусть придут, покрасят нормально. Это надо, конечно. Порядок должен быть, чтобы школа красиво, вы все, да, ты, а ты учись, тебе нужно. Бать, все, ну ты мне компьютер обещал. Когда? Ну ты пришел пьяный с работы. Так, и что, ну сел под дверью. Да, это понятно. Ну, я подошел, тебе говорю, бать, ты компьютер купишь мне? А я что? Ну, ты как бы вот так как-то. И что? Ну я понял, что вопрос решен. Так, так. Так, когда батя пьяный не считается, что ты это знаешь? Ну, Андрюха, все, никакого компьютера, прекрати. Бать, ну мы там все соберемся. Это надо, собраться надо, с друзьями, это надо, это, Андрюха, собирайся, ну, ты ну, музык. Вот именно, вот кто-то принесет шампанское, так, а кто-то там тортик. А ты анекдот расскажешь, все. Ты веселый, веселый, заводной, все, ты хорош, Андрюха, давай, ты компанейский, ты душа компании, мой любимый, все. Ты хорош. Бать, ну, что? Что? Ну, пару гривен, ну, хотя бы. Зачем деньги? Ну, у меня девочка с ним встречается. Это хорошо, встречайся, это надо. С девочкой это одобряю, молодец. Вот такой мужик ты мой. Да, еще раз. Бонус. Хорош. Бать, ну, да, что? Деньги. Ну, мы пойдем там куда-нибудь, ну, в кафе, ну. Сходите в парк погуляйте, что в кафе? Много этих лебедей посмотрите, все. Полезное занятие. Задрались мы этих лебедей смотреть уже. Ты ее чпокнул? Ты чпокнул ее или нет, скажи? Ну, чпокнул. Все, ищи новую, все. Ты никому ничего не должен, Андрюха. Все. Прекращай это. Все, нормальный мужик, все. Все. Ну, все. Проблемы все твои решили, все? Решили. В школе готов? Готов. Ну, ты счастлив? Безумно. Ну все, молодец, Андрюха, потому что ты мой любимый, надежда и опора моя в старости. Да, не буду. Все, стоять. Ты был в деревне бабушки? Не был. Был, не ври. Не был. Был, не ври. Деньги передавала? Не, вообще не. Давай деньги, давай деньги. Не было ни денег. Передавала бабушке, передавай. Не было денег. Мне нужны деньги. Ты растрынькаешь на свои учебники, вот эти, на портфели, все, все вот так, фу. А мне нужны деньги всегда, давай, деньги нужны. Нет. Давай, нет. Я заплачу за воду, то отключат воду, давай. Не надо, пусть отключают, я в ванную набрал. Так, сиди, сиди. Так, нужно на ужин приготовить. Я пойду. Я не голодный. Да, все, в туалете закончилась бумага туалетная. Да, я в школе покакал. Ты нормальный, ты покакал в школе, а ты жмот малолетний. Да весь кипят. Вот так, да.